Добро по... Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Возможно, мы встретимся позже. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали, добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Отойти. Но это все, что у меня осталось. Проходи. Двигайся. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся.
Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Выдаю предписание о небе назад. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Не пейте воду. Они что-то туда подсыпают, кто мы ничего не помню. Я даже не помню, как я сюда попал. Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Довольно. Прекрати! Хватит! Ты поосторожнее. Этого достаточно. Добро пожаловать. Этого достаточно. Добро пожаловать в Сити-17. Ты поосторожнее. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Довольно. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом.
Не видно, как Итак, они Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Они всегда отправляются, но никогда не приезжают. А те, что приезжают, никогда не отправляются. Не видно, как они едут. Там всегда... Они всегда отправляются, но никогда не приезжают. Проходи. Внимание, ответили 647Е, как слышно. Я смотрю, они и твой чемодан взяли. Им Добро это пожаловать! Сойдет. Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Отряд на месте, докладываю. Чисто, отбой по 647 и 10-11. Хватит! Отряд, откалибровать ПСО-сканер. У нас комплектующие данные. Постойте! Куда вы меня ведете? Я? Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь. И моего мужа увели на допрос. Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Эй, поосторожнее! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Отличие поступает 647Е. Чисто, отбой по 647 и 10-11. Проходи. Стоять. Стоять будет указание. Акцент дежурства есть 8. Идемте со мной, гражданин. Отряд, подтвердите тревогу. Понял. Продолжаем. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Хочешь в участок? Местность под 100% контролем, ведущий до 647Е. Заходи!
сканер. Заходи. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад. Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Продолжаю поиск. Гордон, нечего здесь время терять. Давай вперед. Зажать. Да иди же. Задержать. Ну, двигайся же, а! Давай, двигай! Продолжаю поиск. Двигай, Гордон! Быстрей! Зажать. Они уже снаружи, шевелись! Задержать. Гордон, нечего здесь время терять. Давай вперед! Эй, ну двигайся же, а! Продолжаю поиск. Двигай, Гордон! Зажать. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду.
Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее мир. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь кровь? Я сказал, положи ее в мусорку. И позволят ли нам размножаться? Двигайся. Чем отвечать? Порядок, можешь идти. Вопрос. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе нашего работы в общественной службе. Номер ТЭ-94322. Давайте рассмотрим тот факт. Выдаю предписание о неповиновении. Влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но инстинкт неотделим от своего двойника — суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами. И теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное — это угроза, а не возможность. Инстинкт хитро и незаметно уводит нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. С ним нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека — потребности в размножении. Мы должны благодарить покровителей за помощь в борьбе с этой всепоглощающей силой. Нажав на переключатель, они изгнали наших демонов. Они дали нам силы, которые мы сами не могли найти, чтобы справиться с этой магией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю вас, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем не нуждаемся. И этот день превращения, по сведениям из надежного источника, недалек. Внимание, ответили 647Е, как слышно? Полный порядок. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт,
что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но инстинкт неотделим от своего двойника — суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами, и теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану. Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное — это угроза, а не возможность. Инстинкт хитро и незаметно уводит нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. С ним нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека — потребности в размножении. Мы должны благодарить покровителей за помощь в борьбе с этой всепоглощающей силой. Нажав на переключатель, они изгнали наших демонов. Они дали нам силы, которые мы сами не могли найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю вас, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем не нуждаемся. И этот день превращения, по сведениям из надежного источника, недалек. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления? Позволят ли нам размножаться? Чтобы отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. Продолжаем. Такое время необходимо, может быть, напомнить себе. Хочешь участок? Истинный враг — это инстинкт. Точно. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас все тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовились к будущему.
14-4. Совет. Никому этого не говори. Я бы рад помочь, но это невозможно. Если будем разговаривать, у нас будут проблемы. Они изгнали нашего демонов. Они дали нам силы, которые мы сами не могли найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю вас, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем не нуждаемся. И этот день превращения, по сведениям из надежного источника, недалек. Полный порядок. Показаниями на радаре. 10-2. Арзер 10-8 до указаний. Район станции. 4. Отряд на месте. Докладываю. Чисто. Отбой по 6-47 и 10-1-0-7. Как всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину.
Я сказал отойти. Шесть 03, вторжение. Офицер убит, всем постам, колды на 10-20. Двигайся. Что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Погляди-ка на них там внизу. Я же говорила, мы следующие. Надеюсь, ты ошибаешься. Плохи наши дела. А вот и остальные пожаловали. Готов пресечь нарушение. Последнее предупреждение. Я больше не могу. Все будет хорошо. Что же нам делать? Нажав на перепечатку. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Эй, ты! Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять минуты! А вот они! Помоги!
Один убит. Граждане, опасность сотрудничества будет наказан выделением в живое пространство. Всем постам внимание, Корнере 4.0. Вниманию гражданам. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Вперед! Быстрее! Иди вперед, я их держу! Кто-нибудь по 10.25. Быстрее! Три. Готов пресечь на... Последнее предупреждение. Вперед! Готов пресечь нарушение. Кто-нибудь говорит по 10.25. Всем постам внимание, код 3. Вперед! Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанная... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Сюда, Гордон. Thank you.
Сюда, Гордон. Отец работал с тобой в Черной Мессе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчив. Помнишь его по Черной Мессе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться.
Ну, давай. Доктор Клейнер ждет. Ну, а чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Клейнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ну что, ладно? Получилось? Вот и где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик дать. Что? О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Давай, Гордон, нет времени фигнёй страдать. Натягивай костюм. Давай дальше. Если доктор Клейнер сказал, что надо его надеть, то лучше надевай. Не волнуйся, я отвернусь. Гордон, будь добр. Попробуй, как сидит костюмчик. Гордон, чем дольше ты ждешь, тем больше опасности нас всех подвергаешь. Надевай костюм, Гордон. Пора переодеться, Гордон. Thank you.
А ну, Гордон, не стесняйся. Надевай костюм. Давай, Гордон, нет времени фигнёй страдать. Натягивай костюм. Пора переодеться, Гордон. Давай дальше. Гордон, будь добр, попробуй, как сидит костюмчик. Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. Ты хоть подзаряди его, Гордон. Хорошая мысль. На стене есть зарядник. Твой костюм можно заряжать от источников питания Альянса, которых полно в местах патрулирования. А пока пора взяться за работу. Доктор Клейнер ждет. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда ты то же самое говорил. Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи насчет кошки. 2... Один. О, господи, что на этот раз? Доктор, штепсель. Господи, ты права. Гордон, не воткнешь штепсель? Вон там, Гордон. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Доктор Фриман, скорее. Доктор Фриман. Хорошо.
Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, Док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордон. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элайн. Как раз вовремя. Устройся поудобнее внутри передатчика, и мы начнем. Гордон, шевелись! Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ломар. Хэдди, береги. Нет. Да забудь о ней! Он проходит, что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся. Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Опять мы его пускаем. Кто это вы? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну тогда где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель, она тебе пригодится.
чем не виноват? Они будут искать тебя. Беги. Ты ничего тут не можешь поделать. Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Подтвердить статус в отделе гражданской обороны.
неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус военной гражданской обороны. Внимание, отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Реагировать, изолировать, заполнить.
Господи, боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это временно. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если ГО поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. Пора в дорогу. Внимание. Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Пора в дорогу. Давай, иди. Внимание. Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Тебе лучше идти. Граждане, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Станция 12, как слышно? Говорит станция 8, мы слышим.
слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГО атакует подземные станции. К нам поступают беженцы с 9 и дальних станций. Кажется, мы... Станция 8, как слышно? Станция 8, вы меня слышите? Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют подземку манхэками. Наземным силам ГО тревога, код изолировать, огласить, исполнить. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать, окружить, задержать. Граждане, введен код действия в 3 порядка. Код. Обезвредить. Защитить, усмирить. Код. Подавить. Меч. Стерилизовать. Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить. Гражданин, вы угроза обществу первого уровня. Подразделением ГО. Код пресечения. Долг. Меч. Полночь. Граждане, введен код действия в 3 беспорядках. Сюда! Код. Обезвредить, защитить. Иди вперед, друг. Смирить. Эта станция разрушена, но впереди другие. Меч. Я останусь тут ждать остальных. Мы должны спасти железную дорогу. Вам бы лучше поспешить. Я должна остаться здесь. Возможно, будут еще беглецы. Код. Сечь, обнулить, подтвердить. Внимание, ответьте на 647Е, как проверить численность. Наблюдатель еще поступает 647Е. Чисто, отбой по 647 и 1017. Вас понял.